столица советской Латвии. К исторической части города, которую мы привычно называем Старой Ригой, многие относят и здания, построенные не очень давно, в начале века. Это стиль так называемого национального романтизма. Многие его черты заимствованы из традиционного латышского зодчества. С орнаментами и декоративными узорами. Теперь взгляните на дома, которые в колхозе Марупе строились еще недавно, и на те, что строятся сейчас, из прежних стандартных деталей и секций. Стиль национального романтизма в остро-современной трактовке. Проект этого ансамбля получил высокую оценку на всесоюзном смотре. Под крутыми черепичными крышами комфортабельные квартиры с удобной и рациональной планировкой. Многие колхозники хотят жить в городских квартирах, поэтому здесь построен второй дом такого же типа. Будет и третий. Так творческое отношение к традиции помогает архитекторам Латвии придавать индивидуальные черты строительству на селе.